Мы встречаем участницу под номером 7, студентку факультета инклюзивного и коррекционного образования Татьяна Иванова. Добрый день, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на премьере нашего спектакля «История одной девушки». Убедительная просьба отключить средства мобильной связи. Фото и видеосъемка категорически разрешены. Желаем приятного просмотра. Вперед! Навстречу искусству! Действие 1. Рожденная летать. За день до своего рождения ребенок спросил Бога. Говорят, завтра меня посылают на землю. Что же я там буду делать? Как жить? Ведь я так мал и беззащитен. Бог ответил: я подарю тебе ангела. Он будет ждать тебя и заботиться о тебе. Тогда ребенок задумался и задал еще один вопрос. Господь, прежде чем я покину тебя, скажи, как зовут моего ангела? «О, у него много имен», — ответил Бог, «но ты будешь просто называть его мама». Тогда с земли стали уже доноситься человеческие голоса, и ребенок в спешке задал последний вопрос. «Господь, скажи, как я пойму, кем мне быть, и что же мне там делать? Твой ангел поможет тебе», — ответил Бог. Действие 2. В поисках себя. Действие 3. Правильный выбор. Жизнь сложна и интересна. Помни, где ты, кто ты есть. Та девушка, которую ты видишь, ищет смысл во всем, что есть. Юрка ГПУ, среди активистов заведения, учеба, конкурсы, дела, ни дня прожитого без приключения. Своих друзей она нашла на факультете инклюзивного и коррекционного образования. Считает, что каждый человек должен реализоваться. Считает, что каждый из вас должен идти к своей цели. Во что бы то ни стало. Верьте в себя и свои силы. Спасибо за внимание.